Привет! Если ты ищешь, где можно купить крутую игру по низкой цене, то тогда заходи в мой магазин аккаунтов. Здесь ты сможешь купить аккаунт с любой игрой по очень низкой цене. Или всего за 29 рублей испытать свою удачу и выиграть GTA 5 или любую другую игру. А также на сайте ты можешь заказать у себя прокачку. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Юрыч. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва рандома». Всем пламенный привет, друзья! Итак, ребята, сегодня у нас подборочка из по-настоящему лакшери тачек. Ребята, у нас здесь стоят разные Мазерати, Порше, Бентли, Роллс-Ройсы и так далее. Ребят, поэтому реально подборочка очень лютая. Да, да, также, ребята, есть Ягуары. Вот. Ну, в принципе, ребята, машинки все вы видели, поэтому напоминаю, что у нас каждое испытание новая машина. Вот. Ну, давай, ребята, первое испытание мы сделаем, наверное, спринт-гонку. Юр, ты как? Что бы ты хотел себе получить на спринт-гонку? Ну, на самом деле, наверное, что-то быстрое, из быстрого, наверное, Porsche. Porsche, да? Ну, давай, сейчас узнаем. Машина у нас здесь получается 12. Окей. Назови число от 1 до 12. Число 11. Это сейчас предпоследнее, что это? Так, это у тебя Bentley, это у тебя Bentley X, там 10 вроде бы, да, называется, да, прикольненькая, быстренькая. На самом деле, и быстрый. Так, да. Теперь давай мне. Назови число от 1 до 11. Так, у меня Мазерати, ребята, Мазерати, отлично, да, неплохо. Окей, ребята, машинки мы получили и полетели на первое испытание. Ну что, ребята, вот у нас и испытание спринт-гонка. Ехать нам 3,5 километра, и, Юрчик, я уже кидаю гранату. Так. Давай, погнали. Сейчас посмотрим, что быстрее, ребят, чисто две купешки. Воу. Так, осторожно, так съезжаем. Воу! Ты куда? Ты я куда? Бампера просто прокопал. Офигеть. Так, что асфальт, ты видел? Да, видел. Так нормально. Пожарные. Марио маленькие, блин, бегают. Так, ну знаешь, что-то по скорости ты уходишь от меня, честно говоря. Вообще комфортная тачка и 120 миль. 120? 120 вообще. Ничего себе. 125. Понятно. Понятно. Нормально. Ботов никто не отменял. Ботов, да, вот именно. Никто не отменял ботов. Так, хорошо, иду. Не, в принципе, я иду, конечно, медленнее, но довольно-таки комфортненько. Я вижу твой комфорт. Да. Ну, Мазерати, комфорт, ребят, все понимают, да. Так, сейчас поворот. Так, давай этот. А, нам налево. Ага, нам налево, да. Оп, хорош, Юра, хорош. Нет, нехорошо, это все было. Это хорош. Все подстало. Красиво ушел. Так, ладно. Не, ну на прямой, конечно, я тебе делаю. Ну но да, я бы да, сказал, да. Что сильно, но у меня 115 сейчас максималочка, сейчас 123. Заеду. Вот, то есть туда по скорости ты меня прям значительно обходишь. Я влез. Как ты тут проехал-то, Оле? Тихо. Кстати, на удивление, хоть и жопу понесло. Да едь ты, дурак, на своей силовой магии. Просто из-за какого-то засранца место потерял. Давай, разгоняйся, давай. Так. Так, а нам налево. Да. Я блин. Слышал, бух, жесткий, да, жесткий да, звук. Да. Ну знаешь, вот сейчас, мне кажется, это был просто решающий момент. Если ты сейчас не уберешься где-нибудь там впереди, то это все. Ну это да. Возможно, даже я уберусь. Ну да, все, ты приехал на финиш. Да, все, я здесь, да. Так. Ну слушай, на самом деле, быстрая тачка, я бы не сказал, что она плохая в управлении, она довольно-таки хорошо держит дорогу. У меня, на самом деле, она тоже хорошо держит, но у нее скорость, то есть, значительно ниже твоей. Вот поэтому. Ну, не так уж значительно, ну так, господи, там как 5 бы. Где-то, -10, ну, это чувствовалось. Окей, ребятки, записываем баллы и полетели выбирать новые тачки. Ну что, ребята, время для второго испытания. Второе испытание это у нас Drag Racing. Юра, что бы ты хотел себе получить на Drag Racing? Так. Ну, на самом деле, даже не знаю, все вроде овощное, так наверное. Нифига себе, ясненько. Вот этот Porsche хотел. Тогда сейчас спросим. Назови число от 1 до 10. У тебя Панамера, это которая. Кстати, это, GT, это Гранд Тур, вообще тачка, хорошая, очень хорошая. Назови число от 1 до 9. 8. Так, у меня получается предпоследнее, это у меня... Нет. Да? Подожди, 9, 8, да, получается 8, это у нас Rolls-Royce. А, расслабляюсь, ну нормально. Окей, ребята, полетели на испытание. Ну что, ребята, вот у нас испытание Drag Racing прямо на военной базе. Юра, уже кидаю гранату, поэтому будь готов на своей Панаме поехать. Ну да, турбо Панама, она вроде хороша должна быть. Вопрос, на что способен мой Rolls-Royce? Так, ну, однако, ну, он, да. Он, по крайней мере, не отстает так сильно.
Даже перегоняю. Нифига себе. Вот это да. Ребят, то есть я стартнул лучше, потом Юра разогнался, меня обогнал, потом я его уже обогнал. У меня, короче, 119 максимум. 140 с чем-то вроде было, или типа того. Или 120 с чем-то. Окей, ребятки, меня прям Rolls-Royce порадовал. Записываем баллы и полетели. Что происходит? И полетели выбирать новые тачки. Ну что, ребята, впереди испытание дерби. И знаешь, здесь бы я хотел себе получить, предположим, вот это вот Бентиягу в обвесах Менсери. Вот реально, то есть прикольная такая машинка. Да, я бы да. Порша взял. А, точняк, ну Порша как бы это в несчет вообще. Так, ну давай тебе. Назови число от 1 до 8. Выпало число 1. Да это моя должна была быть машина, ну ё-моё. Ладно, давайте мне. Неплохо тогда. Назови число от 1 до 7. Число 5. Так, а у меня это получается это Ягуар. Яга, окей, да. Окей, жестко. Да, ребята, полетели на испытание. Ну что, ребята, вот у нас и испытание дерби. Сейчас, ребята, я кидаю гранату и стартуем по взрыву. Слушайте, ну это, конечно, не самое дорогое дерби, но очень дорогое. Да. Не самое дорогое из тех, что было, но дорогое реально. Ого. Ого. А мне надо так... было выходить уже, алло, тихо. О, хорошо, мне знаешь. Мне как-то странно, на самом деле, он как нож по маслу поскользнул. Я тебе скажу, что я тоже нифигово так от тебя отлетел, вот реально, то есть да, это, я так отлетел сильно. Да. Было аж немножко страшно. Окей, ребятки, записываем баллы и полетели выбирать новые тачки. Ну что, ребята, время для испытания съезда с горы Чилиат. И, Юра, давай выберем тебе автомобиль твоей мечты. Ну, назови число от 1 до 6. О, у тебя Леванте Мазерати. Ну, надеюсь, он поедет хорошо. Посмотрим. Назови число от 1 до 5. 4. У меня получается, что Бентли. У меня ну, Бентли. Такое себе. Что-то у меня уже овощное, мне уже не надо. Да? Окей, ребятки, полетели на испытания. Ну что, ребята, Бентли или Мазерати, узнаем прямо сейчас. Юр, там с тобой ходят вообще туристы или да, нет? Да, я думал, пришел меня выкинуть. Так, сейчас, ребята, мы стартанем по взрыву и... Let's go! Так, ну я пока. Вообще он ленивый. Ну, как бы, учитывая то, что я иду около тебя, у меня есть два ленивца. Во что ты там вообще врезался, я чуть не понял. Ёлочку поймал, короче, прикинь. Что делать? Юрчик там отдыхает. Да хорош! Я думал тебя... Сойди отсюда, какой как встал на колеса. Я думал тебя подтолкнуть. Так, нормально, поехали дальше. Мне без тебя хватает вот этих поворотов, разворотов, ты там, валютых просто. Ты там прям сзади меня. Тихо, нет, не так быстро. Понял тебя. Так, тихо. Надо не кидать задницу на свою. Хоро, а да что ты будешь делать? Вот что ж вот мы тебе. С тобой встречаемся так часто, а? Да хорош, да я из деревьев влез, нафиг, а? Он, короче, вообще неуправляемый. Он, блин, он просто скользит, ты понимаешь? Понимаю. Давай! Нет, я первый. Черт, ну ладно. Я первый. Блин, а мы, между прочим... вообще противный внедорожник. Противный, да? Вообще блин, ужасно. Ну, ребят, шли очень ровненько, но, видимо, что Леванте, что... Не надо было врезаться. Что Бентли, они, в принципе, одинаковые. Окей, ну, ребята, да. Записываем баллы, полетели выбирать новые тачки. Ну что, ребята, время для испытания. Прыжок в длину, и Юрка, сейчас ты не получишь свою... Свой макан. Или я что ты хочешь? Я вот это хочу. А, это хочешь, да? Да. Назови число от 1 до 4. Выпало число 4. Да ё-моё, почему макан? Ну ладно. Офигеть, ясно. Давай. Теперь давайте, ребята, узнаем номер машины для меня. Так, ну что же, Алиска, давай. Назови не число давай. От 1 до 3. Не ага. Давай. Пускай ему Мазерати вот это третье. Выпало число 3. Ну, это не Мазерати, это Ягуар, но ясненько, блин. Похоже максимально на то, на чем я ездил. Окей, ребята, полетели на испытание. Ну что, ребята, время для испытания. Прыжок в длину. Юрка, короче, поехали мы с тобой. Я даже на ровном месте, очень быстро. Так. Ты еще не приземлился? Да, ты уже меня объехал. Блин, у тебя скорость-то хорошая. Какая скорость у тебя? 160, 170, 180. Так, ну, 170. 190 кое-как натягивает. А, кстати говоря, какая скорость? 195, что там взорвалось, не знаю. 200 у меня. 201, 205 тоже. Ну, что там сейчас прикинь, вместе приземлимся. Но я вроде перелетаю билборд. Нет, не перелетаю!
А я вот. Слушай, ну мы с тобой как бы вместе стоим. Ну, мне кажется, одинаково примерно. Да, мы с тобой вместе стоим. Блин, нифига себе так попало, обалдеть. Жестко. Ну да. Неожиданно. Я бы улетел, знаешь, ну, по крайней мере, до трассы я точно буду. Ну, наверное, да. Окей, ребятки. Записываем баллы и полетели выбирать новые тачки. Ну что, ребята, время для последнего испытания, а именно для прыжка с горы Чили. Это будет реально очень прикольно, поэтому, Юра, давай тебе Бентьягу, да? Нет, я хочу просто... Назови число 1 или 2. Я уже садись. Садись. Ну и садись. Ну и ладно, я забираю Бентьягу. Садись и поеду. Садись, и ребята полетели. Ну что, ребята, время для испытания прыжок с горы Чили. Ты, Юрка, поехали, я за тобой. О, хорошо. Так, а я еще вроде лучше. А ты еще лучше вроде. Да. Только не елочка, пожалуйста. Только не. Ну, прям вот вижу елочку, но вроде как перелетел. Ой-ой-ой. Ой, как больно-то, а. Может, мы поедем, а? Максимально тупо. Поехали. Да разгоняйся ты, пожалуйста. Так, сейчас надо на колеса, не в елку. Так, только не елка. Да, я пролетел, хорошо. Точку застоя прорвался. Я что-то здесь встал. Да, я встал, короче, вообще далеко. Далеко. Нет, слушай, встал. Ну, у меня неплохо, кстати, он едет. Такое, да? Ощущение, как будто он совсем еще колеса там подкручивает. Ты еще едешь? Да я еще по склону. Ты еду, что, не угораешь, что ли? Нифига. Нет, ты. Перевернись, еще поедем. Ой, ты красавица моя, ты что делаешь? Ну, ты врезался, да, в итоге. Да, все. Да. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия на по-настоящему лакшери тачках на разных тут Bentley, Rolls-Royce'ах, Jaguar'ах и Maserati. Реально было прикольно, ребят, поэтому в комментариях предлагайте свои варианты, какие машины поставить в рандомную подборку. Ну, ребята, всем удачи и всем пока-пока. Thank you.